два очень-очень старых велосипеда. Это вообще, можно сказать, подарок. Рок-машина. Один из самых первых двух подвесов. Посмотрите, как интересно сделана рама. Такое здоровое нечто круглой формы. И при этом задний треугольник прямоугольный. Полностью тут мы что смогли сделали. Велосипед очень старый, тут надо вообще все менять, но бюджета у людей нет. Посмотрите, как сделана вот эта штука. Тоже, видимо, пытались сделать какие-то люстры или кровати, а получился велосипед. И второй велосипед Stinger Blazer. Приехал два друга на очень-очень древних велосипедах. Смотрите, какая подвеска необычная. Просто едешь, по кочкам прыгаешь, и тебя подбрасывает обратно. Не катался я на этом, сейчас попробую прокатиться, посмотреть. Не знаю, сколько им лет, но вот рок-машине, мне кажется, точно лет 20 уже есть. Вот с такой подвески электровелик бы сделать интересный. В общем, пока они на ходу, но мы тут уже поменяли на половину, чего могли.